Король, ферзь, ладья, а еще слон, конь и пешка. Эти фигуры участникам ямальского первенства по шахматам давно известны. Кто-то близко с ними знаком, а кто-то начал познавать мир этой интеллектуальной игры. Но всех объединила любовь к шахматам. В этом году супертурнир получился. Приехали со всех населенных пунктов нашего округа. Все привезли. Кто-то мальчиков, кто-то девочек, кто-то и тех, и других. Но все молодцы. Приехали все на Дым, Тазовский, Буровский район, Лабытнанги, Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Новоуренгой. Приехали все. Вот. Всего участвует 60 человек. В битве на Черно-Белом поле схлестнулись участники 2009 года рождения и младше. Возраст, кстати, здесь не играет большой роли. Школьники, как маститые шахматисты, ведут партии. У меня 2 победы и 2 поражения. Сейчас я сыграл со своим другом, который тоже из города Таркасале, как и я. Думаю, что я попытаюсь занять хоть какое-нибудь призовое место, Первые 2 тура, которые были, я очень много спешил, но теперь я такого, думаю, больше не повторится. Выиграл я только 1 раз, проиграл 3 раза. В последний раз я не очень сильно обижаюсь, потому что очко нам все равно засчитаю, потому что мы вместе с моим другом играли. Каждую партию участники просчитывали наперед. Как итог, лучший стратег зарабатывает балл в свою копилку. Просто мы решили попробовать, занятие спортом шахматы, но вдруг есть талант к этому. Ну и оказалось, что есть. Вот так и начало все дело. Мне понравились соревнования. Соперники бывают сильные, бывают не сильные, но испытываешь удовольствие от игры. Игры у меня проходят хорошо, и в каждом турнире у меня все получается первые места выигрывать. А вторые места у меня не получается, и третье немного получается. Мне играть с ними не сложно, но они тоже хорошо играют. Только они не смотрят, на кого я нападаю, а вот в третьем туре соперница не заметила, и я съела коня у нее, особенно бесплатно. И так она сама виновата, что она так проиграла. Лучших юных шахматистов Ямала объявят в субботу 24 сентября, когда будут разыграны все партии. Алла Ислаева, Никита Мищенко, новости Губкинского.